Range Rover. Синоним невероятной роскоши, динамичности и широты возможностей. Мы не стремились полностью изменить Range Rover. Мы просто сделали его лучше. Нисходящая линия крыши, непрерывная линия, опоясывающая кузов, выразительные элементы отделки и покатый капот придают автомобилю элегантность и изысканность, а новая решетка радиатора подчеркивает внимание к деталям. Салон нового Range Rover позволит путешествовать стильно и с комфортом. Инновационные технологии, британское качество и рациональная конфигурация пространства сочетаются в одном из самых роскошных интерьеров. В центральной части передней панели расположена новая информационно-развлекательная система Touch Pro Duo. Непревзойденный уровень комфорта обеспечивают более широкие, глубокие и мягкие сиденья. В удлиненной колесной базе пространство для ног увеличено на 186 мм и установлены представительские сиденья повышенной комфортности. Изящные головные фары гармонично дополняют выразительный облик нового Range Rover и теперь оснащены светодиодной технологией для большей эффективности и долговечности. Новые задние светодиодные фонари отличаются лаконичностью. Интегрированные выхлопные трубы подчеркивают элегантный и впечатляющий облик автомобиля. Новый Range Rover оснащен инновационной мультимедийной системой Touch Pro Duo с 2 10-дюймовыми экранами. Верхний экран используется для управления информационно-развлекательной системой, а нижний — для настройки климат-контроля и положения сидений. Развлекательная система для пассажиров на задних сиденьях обеспечивает высокий уровень интерактивности посредством сенсорного экрана диагональю 10 дюймов. Новые пиксельные светодиодные фары создают луч при помощи 144 светодиодов, которые реагируют на несколько источников света. Система может затенять 4 секции одновременно, освещая дорогу, но не ослепляя при этом встречные автомобили. В качестве опции доступен дополнительный лазерный луч дальнего света, который на высоких скоростях обеспечивает обзор более чем на 500 метров, повышая безопасность. Новый Range Rover отличается впечатляющими технологиями обеспечения связи и высокой практичностью. Надежная точка доступа 4G Wi-Fi позволяет подключить до 8 устройств одновременно, а в сочетании с многочисленными разъемами для зарядки гарантирует, что вы всегда будете на связи, куда бы вы ни отправились. Пакет опций Connect Pro помогает связываться с вашим автомобилем с помощью смартфона, где бы вы ни находились, устанавливать температуру в салоне, блокировать двери, планировать маршрут и многое другое. Проекционный дисплей второго поколения проецирует более крупное полноцветное изображение с ключевой информацией на лобовое стекло на уровне глаз водителя. Усовершенствованное многофункциональное рулевое колесо с незаметными до активации сенсорными переключателями позволяет с легкостью контролировать работу систем. 12-дюймовая полноцветная виртуальная приборная панель высокого разрешения имеет 4 варианта дизайна и может быть настроена в соответствии с требованиями водителя для отображения необходимой ему информации. Надежный и долговечный водонепроницаемый ключ-браслет Activity Key позволяет отпирать и запирать автомобиль без необходимости носить с собой брелок с ключами. В
салоне нового Range Rover царит атмосфера уюта и спокойствия. Новые, более толстые 6-миллиметровые стекла снижают уровень шума, позволяя наслаждаться непревзойденным комфортом. Система ионизации использует наночастицы для улучшения качества воздуха в салоне. Система конденсирует влагу, преобразуя ее в электрически заряженные частицы, которые вступают в реакцию с загрязняющими воздух веществами, чтобы нейтрализовать неприятные запахи, бактерии и аллергены. Защищенные водой частицы дольше не распадаются и лучше рассеиваются, в отличие от испускаемых обычными ионизаторами. Это повышает их эффективность и обеспечивает в салоне благоприятную атмосферу на более длительное время. Солнцезащитная шторка с управлением при помощи жестов усиливает ощущение комфорта в салоне автомобиля. Когда вы запираете двери, она автоматически закрывается, предотвращая перегрев салона, и возвращается в исходное положение, когда вы вновь садитесь в автомобиль. Лампы внутреннего освещения модифицированы и выдают более сфокусированный свет, создавая надлежащую атмосферу как для работы, так и отдыха. Представительские задние сиденья повышенной комфортности оснащены электроприводом наклона спинок на 40 градусов, обеспечивая пассажирам удобство и расслабление. Их также можно сложить для увеличения объема багажного отделения. Одним нажатием кнопки пятое сиденье можно заменить на выдвижную центральную консоль, которая трансформирует салон в четырехместную модификацию с задними сиденьями представительского класса. При необходимости сиденье переднего пассажира можно сдвинуть вперед, увеличив пространство для ног. С помощью приложения Comfort Controller можно регулировать подогрев, охлаждение и даже функцию массажа со своего смартфона. Несравненная динамика нового Range Rover обеспечивается облегченной, полностью алюминиевой конструкцией. На выбор доступны 5 двигателей, каждый из которых обеспечивает высокие характеристики. Гибридный Range Rover с подзарядкой от электросети знаменует начало нового этапа развития бренда. В нем сочетаются непревзойденная плавность хода, широкие возможности и уровень выброса в комбинированном цикле, равный всего 64 граммам на километр. Гибридный автомобиль с подзарядкой оснащен 2-литровым бензиновым двигателем Ingenium и электромотором мощностью 85 кВт. Вместе они обеспечивают мощность 404 лошадиные силы. Вы можете выбрать 5-литровый бензиновый V8, демонстрирующий невероятную динамичность, или отдать предпочтение плавной работе дизельных двигателей от впечатляющего 3-литрового TDV6 до высокопроизводительного SDV8 с двойным турбонаддувом объемом 4,4 литра. Безупречный во всех отношениях. Универсальный Range Rover. Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 автоматически активирует один из 5 режимов, регулируя конфигурацию систем автомобиля в соответствии с текущими дорожными условиями. Водитель может активировать динамический режим, который настроит параметры подвески с целью повышения маневренности и управляемости. А режим Eco способствует более экономичному стилю вождения. Гибридный Range Rover с подзарядкой от электросети знаменует начало нового этапа развития бренда. В нем сочетаются непревзойденная плавность хода, широкие возможности и уровень выброса в комбинированном цикле, равный всего 64 граммам на километр. Новый Range Rover не только привлекателен, но и удобен в эксплуатации. Зарядку можно производить как в домашних условиях, так и на специализированных общественных станциях. Контролировать процесс подзарядки вы сможете с помощью приложения Land Rover In Control. Оно позволяет проверять ключевую информацию, например, уровень или время зарядки, на экране мобильного телефона.
Бензиновый двигатель в сочетании с электромотором обеспечивает мощность 404 лошадиные силы и высокие ходовые характеристики, свойственные всем Range Rover. В параллельном гибридном режиме водитель может выбирать между настройками для оптимизации эффективности использования топлива или экономии заряда аккумулятора. В электрическом режиме автомобиль работает как полноценный электрокар с запасом хода до 51 километра. Если требуется стремительное ускорение, система автоматически переключается обратно на бензиновый двигатель. Превосходный Range Rover.